Настоящий злобный повелитель, встаньте, пожалуйста. I judge a cat by its soul. I've got plenty of soul. Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня мы собрали для вас топ-10 худших кинозлодеев десятилетия. В этой подборке мы обсудим плохишей, которые появлялись в фильмах с 2010 по 2019 год. И говоря «худшие», мы не имеем в виду «злейшие». Речь о злодеях, которые не смогли раскрыть свой потенциал, ну или они попросту отстойные. Берегитесь, впереди спойлеры. What a touching daddy-son reunion moment. It reminds me of the time I deleted you both. Oh, wait! That's this time! Delete the two malfunction! Номер 10. Ахманет. Мумия. But Pharaoh had a son. The boy now would inherit her destiny. And Ахманет understood power was not given. It had to be taken. В оправдании критического разгрома и бокс-офиса этого фильма можно сказать, что хоть гримеры постарались придать Ахманет уникальный вид. Вот если бы только сценаристы приложили столько же усилий. У нее нет ничего выдающегося, кроме внешности и того, что она принцесса. Особенно в сравнении с прошлыми мумиями от Universal. Она не такая жуткая, как воплощение Имхотепа Борисом Карлофом. Даже Арнольд Восло, несмотря на засилье плохих спецэффектов, смог привнести в образ угрожающее чувство достоинства. А вот Ахманет не пугает вас, но утомит до смерти своей унылой историей происхождения, бессмысленной мотивацией и полным отсутствием личности. I love my father with all my heart. I only wanted his love. Актриса с харизмой Софии Бутеллы заслуживает гораздо лучшего, чем это. Номер 9. Сет. Боги Египта. В «Мумии» хоть главную роль дали актеру североафриканского происхождения, а вот богов Египта обвинили в отбеливании персонажей. No one will know until it's too late. Самым дурацким кастинговым решением оказался Джерард Батлер, который почти не скрывал свой шотландский акцент, играя злобного египетского бога Сета. Мы бы сказали, что Батлер не вытягивает сценарий, но фильм настолько зависит от CGI, что, скорее всего, тут просто не было чего вытягивать. Со временем Сета становится все сложнее воспринимать всерьез, особенно когда Батлер превращается в нелепую CGI-ную мерзость. Это вам не Леонид. I can understand killing for a crown, but this is madness. Madness. This is Sparta! Номер 8. Вивьен Нимуэ. Хеллбой. Возможно, перезагрузка Хеллбоя пошла по напыщенной дорожке из-за Миллы Йовович, которая специализируется на ужастиках категории «Б». Йовович играет Вивьен Нимуэ, она же Кровавая Королева, она же Леди Озера. Будучи не самым сложным злодеем, Йовович могла бы тут подыграть и повеселиться. Но вместо того, чтобы показать класс, она смотрится крайне уныло и выдает всю палитру эмоций покерфейса. Даже когда Кровавая Королева обезглавлена, актриса выглядит не особо вовлеченной. Когда ваша злодейка колдунья, проводящая часть фильма разорванной на куски, последнее, какое она может быть, это скучной. Как и остаток фильма, Нимуэ — это просто трата времени. Lady, quit while you're ahead. Номер 7. Повелитель огня Озай. Повелитель стихий. Повелитель огня Озай стал настоящим бедствием для вселенной Аватара. Если бы эта киноадаптация была вашим первым знакомством с франшизой, то вы бы никогда не поняли, почему Повелитель огня настолько большая проблема. Оригинальному сериалу понадобилось 2 сезона, чтобы раскрыть персонажа и показать его истинное лицо. Welcome home. Оригинальный Озай вызывал мурашки по спине у любого, а все благодаря дьявольской озвучке Марка Хэмилла. А тут Озай просто ходит туда-сюда без даже маломальского представления. With this information, we could bring down the Northern Water Tribe city. We could show the world the true strength of fire.
Что еще хуже, он не выглядит особо пугающим, зловещим или по-настоящему плохим. Трудно поверить, что он может командовать хоть кем-либо, кроме своей мамочки. Созен's comet is returning in 3 years. It will give all firebenders the ability of the highest firebenders, the ability to use their own chi to create fire. That is the day we will win this war and prove the Fire Nation's dominance. Номер 6. Параллакс. Зеленый фонарь. В этом фильме Параллакс — стандартный суперзлодей без индивидуальности или характерных черт. Это очередное инопланетное существо, которое наши герои должны победить. Параллакса представляют через мягкую экспозицию, что делает его еще более неубедительным. Как минимум, создатели фильма могли бы озаботиться креативным дизайном, а не показывать его в виде огромной головы в дыму. Ведь в комиксах он описывается как желтая сущность, созданная из живого страха. В этом фильме у Параллакса есть только намеки на желтый цвет, и мы сомневаемся, что он сумеет напугать кого-то старше 3 лет. Если вы не читали комиксов, то забывается даже то, что у этого злодея есть имя. Номер 5. Балем Абрасакс. Восхождение Юпитер. Спустя всего год после получения Оскара за теорию всего, Эдди Редмейн отхватил золотую малину за роль межгалактического бизнесмена с эдиповым комплексом. Told me what was necessary to rule in this universe. Like killing people? I create life! And I destroy it. Хотя, если честно, Балема можно считать самой интересной частью этой скучной космооперы. При этом Абрасакс все еще один из самых неуклюжих и постыдных злодеев, когда-либо появлявшихся на экранах. В основном он говорит как Примадонна с больным горлом, а в других случаях он беспорядочно визжит, словно плаксивый подросток на этапе полового созревания, принимая эстафету от Траволты из «Поля битвы Земля» и Томми Вайса из «Комнаты». Сцены с Балемом могут быть увлекательно ужасными, но во время них сложно не заржать. Номер 4. Степной волк. Лига справедливости. Если Лига справедливости должна была стать ответкой Мстителям, то по логике Степной волк должен был стать эквивалентом Локи, но без обаяния или юмора, или увлекательной предыстории, или чего-то хоть немного запоминающегося. I think there's an attack coming. Not coming, Bruce. It's already here. They called him Steppenwolf. The end of worlds. He lived only to conquer. Блин, единственное, что у этого парня общего с богом обмана, это его шлем, который многие считали самой тупой фишкой и у Локи. I will take my place among the new gods. Find the last one. Its power will cleanse this world. Если вы собираетесь собрать вместе величайших супергероев поп-культуры, то лучше натравить их на достойного злодея. И от второго появления Степного Волка публика тоже была совершенно не в восторге. Кроме того, что он кусок лениво нарисованной графики, он еще такими фразами сыпет, что уши в трубочку сворачиваются. Номер 3. Доктор Дум. Фантастическая четверка. Изо всех известных злодеев в копилке Марвел, Доктор Дум — вечный голливудский провал. Enough! When your world is destroyed, and I'm all that's left, then it will be enough. Мы утешаемся, что какие бы вариации персонажа не маячили на горизонте, ничто не будет более бесячим, чем это. Когда мы впервые видим Виктора фон Дума, он выглядит как напыщенный хорек, меньше всего похожий на дьявольского хитреца и больше смахивающий на придурочного сотрудника любого офиса. Итак, сразу же трудно поверить, что этот парень станет угрозой, и ситуация не улучшается с дебютом нового облика Виктора. Теперь его можно легко принять за плохо собранный манекен. That place kept me alive. Gave me strength.
power. What kind of power? The kind men like you must never possess. Номер два. Джокер. Отряд самоубийц. Джокер Джареда Лето должен был стать главным провалом этого фильма, но вместо этого в центре внимания оказалась чародейка. I lost my pudding. But you can get him back, right? I can, my dear. Anything you want. Тем временем у Джокера было около 10 минут экранного времени, и мы не жалуемся. Если бы его играл Джек Николсон или Хит Леджер, нам пришлось бы тяжко. Но каждый раз, когда Лето скалозубит или посмеивается, очень хочется, чтобы Харли Квинн уже бросила его. Мы не уверены, что послужило источником вдохновения, но Джокер в исполнении Лето похож на Нефора, который бесится, если его спутать с маской. Этот ошибочный взгляд на персонажа принес Джареду золотую малину, но, что крайне иронично, он проиграл нашему номеру один. Так, ребятки, какую мораль мы можем узнать от мистера Лето? Не становитесь корявой версией культового злодея. Тоже можно сказать и о нашем лидере топа. Но прежде чем мы коронуем нашего худшего злодея десятилетия, вот несколько достойных, а точнее недостойных упоминаний. Many ago, the most ruthless of their kind, Malekith, sought to transform our universe back into one of eternal night. Such evil was possible through the power of the ether. I am the Rhino! I told you I would be back! Optimus, all I ever wanted was the survival of our race. You must see why I had to betray you. You didn't betray me. You betrayed yourself. Sweet, gentle children! You who weep molten pearls of innocent tears, dry them, dear Nippers. For I have sprung you from life's cruel dungeon, and hereby grant you liberty! And now, foolish child, he ignites it and kills his true enemy. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Лекс Лютер. Бэтмен против Супермена. На заре справедливости. We know better now, don't we? The devils don't come from hell beneath us, no. No, they come from the sky. Фильм «Бэтмен против Супермена» слишком сильно старается быть мрачным и вдумчивым, за исключением случаев, когда речь идет о Джесси Айзенберге в роли Лекса Лютера. Это вечно хихикающая, мочащаяся в банке и сующая конфеты людям версия Лютера больше бы подошла фильмам Джоэля Шумахера. Boy, do we have problems up here. The problem of evil in the world. The problem of absolute virtue. Хотя, если подумать, скорее всего, даже Шумахер сказал бы Айзенбергу слегка поубавить обороты. К чему бы актер ни стремился, но это не Лекс Лютер. Он больше похож на Марка Цукерберга. Если б тот пытался захватить мир другим путем. Честно говоря, он на расстоянии одной бугагашеньки от Шелдона Купера. Даже если вы выкинете из уравнения все знания про его комиксный прототип, злодей в этом фильме — это просто эпик фейл. He's hungry. He's found us. And he's coming! А вы согласны с нашей подборкой? Какой еще злодей, по вашему мнению, должен попасть в этот топ? И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.